Вы знаете, я, честно говоря, себе стараюсь не забивать голову всякой ерундой, потому что, наверное, средства массовой информации от некоего голодания, да, начинает использовать любой информационный повод для того, чтобы каким-то образом забить свой информационный портал. Ну, наши режиссеры, замечательно уважаемые люди, они как обычные физические лица, как граждане Российской Федерации, решили открыть фастфуд. Если они будут торговать там блинчиками и квасом, ну, только 5 баллов. Если же там будет торговаться попсикола и а-ля подобие гамбургеров, чизбургеров, ну, тогда я поставил бы им все-таки очевидный минус.